позвонила соседка нам. В общем, говорит, что у вас дом горит. Мы приехали, обнаружили, что дом был закрытый. Начал дом, дым, где что могло, лезло. В общем, вызвали пожарную, приехали, потушили. Возгорание пошло там в доме. Начал гореть шкаф, шифоньер. Вещи все детские, все, что там было, начало все, весь огонь начал распространяться по всем комнатам. Где-то постройки что-то, официально нигде не работаю. Где-то, если по деревне у нас попадается какая-то работа, где-то кому-то поштукатурить, где-то что-то покрасить, я выхожу, зарабатываю этим, еще за счет этого и живу. Хватает, можно сказать, только на пропитание. Не всегда могу позволить, чтобы какую-то там одежду лишнюю купить. Хватает в основном только на пропитание. И у меня там кредиты, в общем, оплачивать такое. Взяла один, не могу выплатить, где-то перезаняла у другого. Вот так вот оно годами продолжается. Там, где мы живем, у нас там сейчас 7 человек в 2 комнатах. Как бы, ну... тяжело. Хотела бы попросить помощи, чтобы оказали, если есть возможность у людей помочь, хотя бы перекрыть крышу заново. Остальное уже как-нибудь своими силами.